фильтр с обратным осмосом. Я тут написал даты, когда я их установил, до какого числа они. Сейчас буду проверять, насколько чистая вода выходит из этого фильтра по сравнению с водой из-под крана. Город Новосибирск. Открываем холодную воду, набираем одну кружечку холодной воды. Вторую кружку с обратного осмоса. Вот это у нас из-под крана, это через фильтр. Такой прибор заказывал на AliExpress для проверки жесткости воды. Включаем его по нулям. 101 ppm. По нулям 21 ppm. Такая разница содержания солей в простой воде в Новосибирске. Чайник уже давно без накипи, уже сколько им пользуемся, еще ни разу накипи не было в чайнике. Чайник чистый. Такой вот фильтр для воды. Он лучше тем, что простых фильтров, которые Aquaphor идут, которые проточные. Этот фильтр очищает все на молекулярном уровне, накапливает воду вот в этот бак, из этого бака идет в кран, и часть уходит в канализацию. То есть он какую-то воду скидывает в канализацию.